Так. Чай, кофе сделать. А это не надо хлеб? А куда хлеб еще, ёпнуть? Там рис, там рис. Это свекольник. Привет, мой любимый зритель, кто зашел на канал. На самый очумевший канал. И да, со смехом, я Серега скрипуюсь. Это тоже и на Дзене будет. Давайте подписывайтесь. Давайте, люди, сделаем, чтобы у меня до Нового года было 10 тысяч подписчиков. Всех обожаю, бы сейчас обрыс. Ом твой месок шат, шриади шакти матажи, шриади на моногами. Смотрите, сегодня три тефтелечки. Мама готова. Мама крабовый салатик сделала, какой хороший. Короче, Сашка не захотел свеклу есть, короче, по-корейски. Он говорит, ему надо по-китайски. Потом еще морковочка по-корейски, Сашка не захотел, говорит, по-китайски. Ой, такой свекольничек. Ням-нямка. Вот такие, короче, вафельки. Сейчас еще мама мне кофе сделала. Сережа, молодец. Блин, на, перестань головой дергаться. Кстати, короче, привет всем, я вас всех обожаю, люблю. Кстати, если хотите, чтобы идеальный привет был в ролике 300 рублей стоит. Реклама у меня на канале стоит 5000. Если кто хочет спонсором, донатьте и напишите, чтобы я покушал. Может быть, хотите мне на столовую кинуть, я буду в столовую покушать. Может, в ресторан. Ну, в ресторане там музыка играет. Вот что все равно. Мяско такое вкусное. Мама купила где-то, мама молодец. Музыка не нравится, это лицензия. А, ну это клево-то. Ну, а как-нибудь сходить в ресторан. Ну, к открытию пойти, чтоб там это толпы много не было. Да, в толку пойти не даже хочется. Ну да, если спонсор есть какой-нибудь. Антоха, благодарю тебе. Благодарю тебе, появились салфетки. За твой донат. Ну, какая разница. Да. Не, у меня человек донатил. Мяско. Начинающим блогерам я скажу, хотите просвет пилите, как Руслан Гительман раньше по 7 роликов пилил. О, пишите, кто меня как нашел. То тоже с какой привычкой тут тупит. Даже как я. С дерганием. Я как покушаю. Почему я стал хавать на камеру, знаете почему? И за жу.ру. Кто знает такого жу.ру, пишите. Знал, блин. Ну, знал. Рассольник клёво. Я почитаю, что буду есть.
или крабы, салат крабов или тептели на золотом крыльце сидели, мишки, гамми, томми, джерри, три утенка и моя, бунка, пончик и зика. Головой трогает, блять, мне бедный череп. Ну-ка. Соли не хватает. Мясина, человек говорил, приходи, там это, поможешь мне на камеру, что я тебе стол поляну накрою, не хочу. Что за человек, я не буду его рекламировать. Блин, я четыре дня попью. Может быть, кто-нибудь хочет мне помочь, задонатьте мне на зубы, и мамке на это, на машинку. Или, может, вообще хотите с квартирой помочь, вообще супер. Домик возле моря. Кстати, крабовые палочки там, там только это, запах от краба, суспансия. Представляете бы, если бы эти фланги были бы крабы, сколько они не стоили бы. А может, они хотят помочь люсту? На люсту вы хотите задонатить? Я эти самые электрика позвал, чтобы люсту прикрутил. Чтоб светей было. Стол я не за донат купил, а на Дзене. Там подкопилась денежка. 2600 на байбейсе. Можно было бы и на рынке купить. Ну, смысл? С рынка тащить. Я знаю. Ну вот, если я. Может, сейчас я найду. Летом. Прикольного фрика. Что бомбанка. Какой он? Закайфанец. Или с этой, как у смуб банкишей. Он легкий, вот не снизу будет. Четыре. На. По-любому я с таким листокой закарифанюсь. Хоть солнечная погода, блин.
Нет, так вид лучше, да? Чем когда на кухне снимал. Ну, и это. Света не хватает, еще. Еще это. Угол. Ну, это. Камеру там по соцту. Тут. Ну, со временем. Потихонечку все. А вы люди сколько можете скушать, сколько я? Ну, считай, скучай, мне поедно. Что съел, за мной здесь и там что-то кормить. Сейчас будем считать, что будем весить. На золотом кольце сидели Мишки, Гамми, Томми, Джерри, три утенка и Макдак, Понка, Пончик и Звезда. На золотом кольце сидели Мишки, Гамми, Томми, Джерри, три утенка и Макдак, Понка, Пончик и Звезда. Будем вести в клуб. По-корейски. По-корейски свеколку. Ну, показал корейский, слыхать не слыхали. Про морковку Корее не слыхали. Это, и по этому тоже были. Это все... Это, салаты в Корее кстати, знают. Это все эти, русские корейцы сделали. Живут на Сахалине. Сахалинские корейцы воровали кирпичи. Ну-ка. Знаешь, почему они придумали салаты? Просто что это можно сделать настоящий кимчи. Они сказали аналоги, чтобы заменить кимчи. Делать все хуйню были. Морковки хуёвки были. Я только капусту не варишь. Да салаты можно самому сделать. Главное, чтобы продукты были и фантазия. И то ты сделал, и уже кто-то сделал такой салат. Бля, зубов нету. Ну что мне поможет, задонатит на зубы. Представь, в данный момент не смогу. У меня кредитов 120. Еще плюс животным. Ну, если кто хочет, можете задонатить животным на корм. Тоже буду рад. По-моему, Сашка купили хё такое вкусное. Первый раз его сделали. Острое, то есть. Как бы, скажем, лучок съели. Ещё мало было. Ну, водку закусывали. А я тот раз принёс. На словно сопки, бля. А я тот раз принёс это, как у кимчи корейскую. Ну, левая половинки, бля. Угу. Вообще вкусно такое.
Оно перемороженное таким чили, поэтому мы купим. Yep. Ну да. Вкус, когда перемороженный, вкусный тут. Mm. Холодильники перемешали, блин. Дом покрылся. Так. Це заново, що читаем, чому кушать. На золотому крыльце сиділи мішки, Гаммі, Томмі, Джеррі, три утенка, і Мотак, Понка, Пончик і Зигзаг. Ну, морковку. Читалось, коли детську бойку думав. А чо, інтересно. Прикольно. Ніхто ж так не считает. Кстати, ніхто такой, это я первый. Говорю, що покушать. Сейчас их фишку возьму, то меня кто-нибудь ворует. Какие-нибудь начинающие фуд-блогеры. Ну, он уже без кармана, блин. А я не знаю. Наши хуйни такой пиздели. Пидашки заиграли. Не знаю. Циклон будет, снег будет. Три вещи нельзя на работе говорить. 100% доверяться. Потом свои успехи и обсуждать начальство. Открытие сделал. Это я вчера услышал. Это открытие сделал. Я когда спросили, что ты хотел бы узнать? Он говорит, я бы хотел бы узнать последние секунды жизни Миши. Почему он умер с улыбкой? Что он увидел такого? Что заугарал? Где-то читал, то есть если с улыбкой умирает человек, то он попадает в рай. И этот блогер умер, дядя Слава, тоже, говорит, с улыбкой на лице был. Морковка падает. Морковка. А сейчас на тебе не ругаюсь с хейтерами. И не прошу, чтобы модеры заблокировали. Сам беру и блокирую. Я думал, что только у меня еще, оказывается, у Женечки отключали, короче, этот чат. Прикол. Почему сейчас только могут
модуль включить. А мы не можем. Что за глюкна? Так, а? Вы думаете, что это я наелся? Я не наелся. Представляете, я вот сейчас это какую силу голода это испытывал. Я съел свекольник, салат. Три салата. Я ничего не наелся. Сейчас я еще буду есть тефтели. Я буду тефтели. И раньше этих бочонков, короче, ролл, когда дома делали, я 50 штук съел. За милую душу. Они еще были учитывая это, они маленькие, сушебара. Они большие были, представляете, 50 штук. Остального листа делал. Как кебаб. Такие вот, покажи диаметр. Как корейский кебаб. Тефтели соленые. Тефтели ежики. Тефтели без риса делаются. Я помню, в мясокомбинате с Аней работали. Мясодобы мог хоть что брать, кроме сока. С меня толпа стала офигевала. Я возьму, а там, я возьму его везде, говорю. Не, сначала я ходил, потом мне что-то чудо, твой брат пускай тоже ходит. Я ему сказал. Я там что брал? Картошечку, там, блядь, 3 или 5 этих какого. Котлет, курочки 2 или 3. Короче, там капец. Толпа вот стояла с такими глазами, представляете? И дворник берет, что кушать там. Один такой говорит, тебе же и зарплаты не хватит, а другой стоит, говорит, да пускай человек кушает там. Ну, я не знаю, какое мнение было это, кассирша. Да, наверное, она с меня охуевала, ахуль. Не, представляете, я там бы мубангу снимал. Компьютера не было. Угу. Мы купили какой-то вообще за камеру работали. Да, так капец. А вы пишите, как вы меня нашли. Это какой. Может, как кто-то меня прорекламировал? Сейчас я уже чувствую, что я наедаюсь. Не, так подумаешь, блин, нифига шиза какая-то, сидишь, ешь и на камеру что-то говоришь. Со стороны.
Я представляю бы, если секс бы радушен был бы. Нам у банкеры большинство бы прибежали бы на секс. Или совместно, представляете, если сексом занимаются. Как одна, так очевидками. Пишет такая, ручку. И да, со смеха. Можно с тобой закорить? Ну, давай. Она спрашивает, а сколько ты за это зарабатываешь на Ютубе? Я говорю, что твоя писька сколько не стоит. Просто не я ей нужны деньги. Фу, теперь сладкому перейти. Я представляю, интересно, успею, не успею. Батарейка все сядет. Вот, это он показывал, по-моему. Вот такая вот вафель, это вафель называется, это семин, это веневские вафли. Мужвенские. А, венские, да. Ну, Сережа читает. Бокал вафелька. Это кофеёчек мама делала. Якобс, по-моему. Вот. Да, я купил Якобс. Это самый острый. Ты купил Жардин и Бедина. А, Жардин. Он нормальный, да? Пятый номер будет. Жардин, это нормальный кофе или нет? Какой тебе кофе? Кенийский кофе, самый дорогой кофе. Это? Кения делает. Жардин с французской появился сад нахуй. Так что имею в виду, что по столу Жардин будет. По французски это сад нахуй. Видео, сука, скушайте, сука, я. Ну, кроме Женечки. Здесь веганцы можно кормить. Они маленькие веганцы. Что? Я одну вафлю не доел, наелся. Танька, давайте подписывайтесь, давайте наберем 10 тысяч подписчиков к Новому году. Посмотрел, подпишись, поставь лайк там. Можешь репост скинуть. Танька, давайте, всем пока.